Когда вот было тепло, он растаял,
и стоят деревья, и ярко-синее небо, и вот как будто пальцы тянутся, и я вот, ну, начинаю кому-то рассказывать, что я вот ходила, там деревья, это не деревья, это вот пальцы, они прям тянутся в небо, и мне говорят, ну, ты, слушай, ты такая странная вообще, что ты видишь вокруг? Вот, и я понимаю, что, наверное, вот эти вот все образы, они как-то мне передались, наверное, все-таки от отца. Ну, и вот такая моя какая-то склонность к гуманитарным наукам, она в итоге вылилась в то, что я увлеклась иностранным языком, который, ну, тоже у нас в школе особенно не был представлен хорошо, скажем так. Я училась сама по учебникам, ну, потом я занималась много очень, и когда вот мама меня пристроила уже в 9-10 классе к репетитору по английскому, у нее был доступ к очень большой оригинальной библиотеке книг, в то время этого не было, и я была поражена вообще вот и красотой слова, но это уже было на ином языке, но не важно, и красотой рисунка, который сопровождал вот эти вот все издания, которые я раньше не видела нигде. Вот. Потом я поступила в НЯС, там уж я отучилась, закончила с красным дипломом, и 30 лет я вот преподаю язык. Вот. А, ну что, стихов я не писала никогда, художественных у меня тоже нет способностей. Я унаследовала вот чисто такое какое-то гуманитарное и образное мышление. Вот. У меня есть трое сыновей, ну, соответственно, у Владимира Алексеевича трое внуков. Вот. Да, значит, вот который стоит посередине под номером 1, это Роман. Вот он у нас писал стихи. Я вот принесла тут кое-что. Вот. Он писал в детстве, вот это написано, ему сейчас 31 год. Вот. Вот это написано в 2001 году, называется «Мама». «С позаранку очень рано стала солнцем наша мама. Накормила всех она, папу, сына и кота. Приготовила одежду, не забыла бутерброд. И не знает мама даже, сколько у нее забот. Всем погладила рубашки, приготовила обед, помогла братишке Сашке вынести велосипед. И весь день у нашей мамы из глаголов состоит. Пишет, вяжет, сочиняет, носит сумки и спешит. Улыбается, смеется, помогает и поет. Как легко ей все дается. Почему же устает?» Здесь по центру. Вот. Потом у него эта страсть ушла. В общем, он закончил МГИМО, закончил он отделение международных отношений, но по своей основной специальности у него востоковедение, Иран, он не работал. Он работает в крупной иностранной компании, что-то связанное с консалтингом, по-моему, Boston Consulting называется. Вот. Так, значит, дальше вот средний сын Никита. Никита, он очень много рисовал в детстве и очень занимался хорошо и успешно в художественной школе. Вот у бабушки до сих пор очень много рисунков его. Вот. Но потом там перевесили танцы. В общем, он художественную школу не закончил, но долго занимался и рисовал очень хорошо. Вот он закончил МГТУ имени Баумана, работает он. Ну, что-то он работает, сейчас я забыла, что-то, по-моему, в Алиэкспресс, что ли, ну, что-то такое. Вот, тоже какой-то компании. Значит, эти старшие сыновья женаты оба, оба на Дашах, вот, но правнуков нет пока вот у Владимира Алексеевича, так что вот ждем-с. Так, ему 28 лет. Вот, это младший сын Артем. Артему 17 лет исполнилось в марте, он учится в 11 классе в физико-математической школе, лицей вторая школа в Москве. Его основным увлечением является математика. Ну, то есть настолько большим, что она заслоняет все, он член сборной Москвы по математике и, ну, имеет высокие достижения. То есть он имеет гранты и мэр Москвы, и Министерство просвещения. И, в общем, он будет заниматься, ну, скорее всего, что-то типа прикладной математикой и анализом данных. Вот в такой области. Вот. Но есть у меня еще в анамнезе, у меня и у старших сыновей есть еще театральная история. То есть мы занимались много детским театром. Тоже такая область, связанная с искусством и с творчеством. Вот. Ну, и я еще хочу вам сказать, что я очень вам всем благодарна, то, что вы, Владимир Алексеевич, помните. И, ну, я уверена в то, что пока люди и помнят, они живы. Все те, кого мы помним, они среди нас живут.
Ну вот все, что я хотела вам рассказать. Сейчас мы с вами помолчим, послушаем записи песен Александра Крюка и посмотрим революционные фотографии. Была у волны чайка, у чайки синее небо. Небо, желтое солнце, солнце любило небо, солнце любило чайку и целовало волны в горько-соленые гребни. Целовала волны в горько-соленые гребни. Была у звезды полночь, у полночи теплый ветер. У ветра легкая лодка, лодка любила ветер, лодка любила полночь и поверяла звездам тайны ревнивых весел, и поверяла звездам тайны ревнивых весел. Была над речкою ива, у ивы грустные ветки. У веток зеленые листья, листья любили речку, листья любили иву и обещали веткам не расставаться с ними, обещали веткам не расставаться с ними. Любимое, солнце мое, восходящее в песнях разлуки, голос Бога, идущего в легких нарядах созвездий, вызываю тебя из пространства, залитого светом, из окружности радуги, рухнувшей на руки соснам. Кто соткал твое имя из шелеста грозных прибоев, из кочующих капель, из шепота горных обвалов? В этом имени все, нищета, сумасшествие, слава. Слава тех, кто входил в лабиринты жестокого слова, сумасшествие тех, кто запутался в дебрях палитры, и еще за скорузлые руки того, кто месил неизвестность, кто слепил твое тело из нежного гипса туманов. Кто бы ни был, он был и велик, и прекрасен, и жалок. Кто бы ни был, он был величайший преступник и ангел, потому что нельзя не любить это крепкое, зыбкое
легкое чудо, потому что нельзя не упасть перед ним в бездыханном порыве, потому что нельзя не погибнуть, влюбившись в безжизненный камень, ты ничья, потому что тобой, как огнем обладать невозможно. Ты солнце, и ночь, и луна, и звезда, и реальность, и сказка, ты и лес, и трава, и поющий контур грома, ты моя, потому что во мне созревает твое отражение, потому что любовь не зависит от рабства, разлуки. Это свет, что живет после смерти источника света. Это сон, над которым земные заботы не властны. Это сад, где растет синёкая слива свиданий. Это синь, где поет полевой соловей поцелуя. Ты, которая знаешь, что звуки слагаются в песню. Ты, которая знаешь, что буквы слагаются в слово. Понимаешь ли ты, что и ты только формула сути, только символ, в котором себя выражает природа? Мы едины с тобой, как поэт и поэма едины. Мы едины с тобой, как песок и пустыня едины. Якорь, цепь неразрывно летящие в мокрую бездну, ливень, лес непрерывно шумящие осени славу. Мы с тобой рождены для того, чтобы выпить рассветы, те рассветы, которым название горе и радость, те рассветы, которым название юность и старость, те рассветы, которым название дружба и братство, братство губ, братство тел, братство молнии с мякотью неба, братство рук, утирающих горькие слезы любимых. Это кровные братья всемирного братства народов, это нежные сестры немеркнущей дружбы оружий. Любимое солнце мое, восходящее в песнях разлуки, золотистая россыпь песка над зелеными вспышками моря. Кто соткал твое имя из шелеста горных прибоев? Слепил твое тело из нежного гипса туманов. Ты цветок, раскрывающий губы для влажного трепета неба, ускользающий шарик смертельной серебряной ртути, черный день, порождающий белую ночь озарений, борозда обещаний, засеянных зернами грусти. Ты ничья, потому что тобой, как огнем обладать невозможно. Ты моя, потому что во мне созревает твое отражение. Мы едины с тобой, поэт и поэма.